добрый день. Мы слышим звуки. Это моя оратория, первая часть. Если ей подыграй на арфе чуть-чуть. Это вот мы такую остановимся сейчас, да, вот это все дело, и продолжим просто пробовать арфу, потому что дальше уже идет там еще более серьезная музыка про Ольгу Царевну. Надо сказать, что вот эта музыка, это оратория моя под названием «Пять ангелов», которая очень любимая моя оратория, в общем, в целом. Эта музыка уже была в 5 городах, включая Ригу, Санкт-Петербург, Минск, Новосибирск, Ярославль, но не была в Москве. Давно уже я пытаюсь найти спонсора, как-то это исполнить.
ни один фестиваль пока не заинтересовался, кроме Андрея Борейко, который собирался делать эту пьесу, многочастную пьесу, прошедшим летом в Иерусалиме, в Новом Иерусалиме, в Подмосковье. Ну, как мы знаем, все либо отменилось, либо переформатировалось. Так что, кто знает, куда мне обратиться, подскажите. Мне нужно сделать премьеру в Москве, в хорошем зале, с хорошим, возможно, оркестром. Но это небольшой оркестр, но много всяких клавишных и ударных, и арф, и вот... Можно было бы сделать неплохой, это же посвящено 5 умершим, убиенным детям Николая II. При этом это, в общем-то, партитура достаточно религиозная по духу своему, но лишенная какой-то пафосности, религиозной пафосности и пафосности религиозности. А в предпоследней части там вообще такая православная дискотека. Думаю, можно найти вполне в YouTube. Вот, например, православная дискотека, она звучит так, но в данном случае очень медленно. Я думал, что здесь будет тот, по идее, такая музыка. Волшебная Мария. Ой, реклама. Видите, реклама и меня донимает. By applying the laws of life on Earth, it's possible to imagine what could be... Волшебная совершенно часть, которую я больше всего люблю. Сейчас будет православная дискотека. Представьте себе туц-туц. Какой-то зал с стробоскопами, желательно. Так. Струнные квартеты я не заказывал. Что за ерунда? Почему все знают? Thank you.
России. Хорошая музыка такая. Такой вот эфир сегодня. Простите, пропустил один день. Может, и буду пропускать. Но это ничего. Это ненадолго я пропускать буду.